Если не удастся повлиять на тебя, я поговорю с сеньором Агиро. Давай, давай, валяй. И убедишься, что он ест у меня из рук. Более того, сейчас он уже должен быть дома, в квартире, которую снял для меня. Если хочешь, могу дать адрес. Нет, не надо, я знаю его. И сейчас же я поеду туда. Нет, не надо, Эми. Эми, не надо. Оставь меня, Хинероса. Раз у Моники нет сердца, может, оно есть у сеньора Агиры. Я надеюсь на это. Интересно, что происходит дома. Смирилась ли Йоланда? Что она чувствовала, собирая мои вещи? А Габи? Она на стороне матери, несомненно. Может, она и знать обо мне не хочет. Не следует больше пить. Надо ехать за Моникой. Еще рано. Как медленно тянется время, когда ты один. Забавно. Очень странное ощущение. Я впервые живу не дома. Бывало, я и раньше отсутствовал, но знал, что вернусь домой. А теперь... Теперь я знаю, что не вернусь. Какое тягостное чувство. Какая тоска. Кажется, будто происходит нечто ужасное. Йоланда, вставайте. Выпейте чаю. Он вам поможет. Я хочу спать. Дайте мне поспать. Хоть немного. Не хочу, Инесс. Оставь меня. Я ничего не хочу. Не надо, дай ей поспать. Габи, я переживаю. Она странно выглядит. Она успокоилась. Она слишком спокойна. Думаю, надо ее разбудить. Нет, она так долго не могла заснуть. Пусть поспит спокойно. Почему меня гложет тоска? Я сам так решил. Меня никто не заставлял. Я уверен, что мое место рядом с Моникой. Я буду жить своей жизнью и буду счастлив с ней. Моника права. Надо быть эгоистом. Нельзя жертвовать собой ради других. Жизнь дается один раз. Я не сожалею о своем решении. Нет, не сожалею. Алкоголь здорово стимулирует. А что произойдет, когда Алехандро узнает, что сестра его невесты? Нет, нет, не хочу думать об этом. Не хочу. Мария Эмилия? Нет, нет, сеньор. Пожалуйста, позвольте мне войти. Нам нужно поговорить. Я знаю о ваших отношениях с моей сестрой Моникой. Мне нелегко было решиться приехать сюда, сеньор Агиро. На чаше весов оказались с одной стороны моя сестра, а с другой стороны мать человека, которого я люблю. Но как бы больно мне ни было, я осуждаю сестру. Мне приходится идти против нее, и я не хочу. Это дело семейное, и вы должны решить его между собой.
Почему ты пришла ко мне? Я пришла к вам, потому что сердце моей сестры глухо. И я надеюсь достучаться до вашего. Нам с тобой нечего обсуждать. Ты знаешь, что никогда мне не нравилось. Ты знаешь, что я пытался противиться твоему браку с моим сыном. Знаю, сеньор Агиро. И теперь я понимаю ваши мотивы. Разумеется, это все из-за того, что происходило между вами. Без разницы. Как ты посмела явиться сюда? Я пришла предупредить, что вы совершаете ошибку, огромную ошибку. Вы не можете бросить свою жену, детей и дом ради женщины, которая не любит вас, сеньор Агиро. Поймите же, поверьте, прошу вас, Моника вас не любит. Она еще спит? Да. Когда она спит, ей не больно. Она не плачет. Да. Ей лучше поспать. На всякий случай я буду в гостиной. Ведь сегодня... Да нет, ничего. Я знаю, тетя. Алекс собирается выяснить, кто та подлая женщина, которая заставила папу бросить нас. Ее всегда раздражала наша бедность, всегда. И она поставила себе цель выбраться из нищеты любой ценой. Понимаете? Любым способом. Моника всегда мечтала о красивых платьях, дорогих украшениях, развлечениях, обедах в шикарных ресторанах. Эти атрибуты роскоши поражают ее воображение и сбивают с пути. Выслушайте меня, это несправедливо. Нельзя разрушить свой брак, семью и лишить детей отца. Несправедливо доводить женщину до такого состояния, в каком сейчас пребывает Йоланда. Прекрати, замолчи, слышишь? Пожалуйста, не причиняйте горе своим детям и родным. Не совершайте ошибку, о которой пожалеете в будущем, сеньор Агиро. Прошу вас. Моя сестра молода, сеньор Агиро, а вы намного старше ее. Я в расцвете сил, я еще не стар. Не стар. Вы вскоре состаритесь. И Монике надоест жить с вами. Ты лжешь. Зачем вы обманываете себя? Ложь. Это ложь. А когда это случится, вас постигнет одиночество и разочарование. И у вас не хватит мужества вернуться к жене, которую вы обманули и оскорбили. У вас не хватит смелости попросить у нее прощения. Пути назад не будет. И вы поймете, что Моника выбрала вас ради денег. И вот тогда... Это ложь. Низкая, подлая ложь. Моника любит меня. А ты неблагодарная эгоистка. Ты хочешь выйти замуж за моего сына и лишить свою сестру возможности быть счастливой? Вы ошибаетесь. Господь свидетель, я пожертвовала бы своим счастьем ради счастья Моники, не задумываясь. Но Монике от этого пользы не будет. Она никогда не будет счастлива, потому что счастье не купишь за деньги. И вы тоже не будете счастливы, ведь нельзя построить счастье на горе других, особенно своих родных. Они дороги мне тоже, как и вам. Прекрати. Я не желаю тебя слушать. Уходи. Уходи. Послушайте меня. Когда страсть пройдет, вы поймете, что ваша любовь, ваш дом рядом с Йоландой. Я не вернусь. Йоланда сейчас в отчаянии, но со временем она смирится с нашим разрывом. Габи еще только начинает жить, и ее боль скоро пройдет. И Алехандро... Он тоже скоро привыкнет. Нет. Нет, сеньор Агиро, это невозможно. Йоланда никогда не свыкнется с одиночеством. И Габи тоже будет жить с болью в душе. А Алехандро? Ни мы первые, ни мы последние. Каждый день люди расходятся, браки распадаются,
И каждый человек начинает новую жизнь. Сейчас это даже не осуждается. Развод стал обычным явлением. Многие выбирают новый путь, и они счастливы. Они счастливы. Большинство нет, сеньор Агиро. Особенно, если люди долго прожили бок о бок. Если они любили всем сердцем. Такое не забывается никогда. У меня другой случай. У меня есть оправдание. Я в этом уверен. Я прав. Нет, нет, это неправда. И вы сами это знаете. Если бы ваш брак был неудачным, возможно, вы были бы правы в своем решении. Но вы отлично знаете, что вас связывала любовь. Между вами было взаимное счастье. Неужели ты не поняла? Я хочу испытать новые сильные чувства. Той тихой любви, которую дарила мне Йоланда, было недостаточно. Я хотел ощутить себя молодым, почувствовать, как в моих жилах бушует огонь новой страсти. Моника дала мне все это. Я ощущаю себя заново рожденным благодаря ее молодости.